Привезли из Турции и угостили турецкой халвой. Она ассорти, разные вкусы. Так вот выглядит коробочка, такой пакетик. Из Анкары. Вот она цена. И внутри такие разноцветные коробочки. Вот как и на пакетике. Вот с ванилью. Это с фисташковой присыпкой. И здесь с гранатом красненькая. И с какао. Ну, вот интересный момент тут. Перевод на русский язык состава. Как в Турции. Перевели состав. Вот одну уже попробовал упаковочку с фисташками. Кусочек небольшой. Если по коробочке это 100 грамм. Так оно упаковано. Вот здесь находится халва.